Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Киселяк-парад» и в начале коротко о главном. Ремонт дорог, реконструкция трубы ТЭЦ-2, снос ветхого жилья. Глава региона встретился с жителями областного центра и рассказал, какая работа сейчас ведется в Петропавловске. В Петропавловске с 1 по 7 июля проходит международный фестиваль «Кызылжар Мьюзик Фест 2022». На открытии мероприятия побывали наши корреспонденты. Северо-казахстанский филиал Есельсу оказал помощь жителям Есельского района. Так, дома двух семей в селе Петровка подключили к центральному водоснабжению. Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успеха в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане. Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы подробно обсуждались вопросы региональной и глобальной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению международной ситуации, установлению доверительного диалога по самым актуальным проблемам. Президент также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров. Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Президент проинформирован о новых форматах работы Нижней палаты парламента, в том числе о создании Общественной палаты. Ерлан Кошанов рассказал о работе партии «Аманат» по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта «Жер Аманат» осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления «Казмунайгаз» Макзума Мирзагалиева. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской области. Запуск ожидается в августе текущего года. Кроме того, президенту доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена. Руководитель «Казмунайгаз» также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании. Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с руководителями крупнейших российских компаний. На 12-м международном выставке «Иннопром» Казахстан впервые стал страной-партнером. Продукцию представили более 200 отечественных предприятий, в том числе в сферах цифровизации, металлургии, энергетики и машиностроения. На правительственном совете подняты вопросы усиления анализа рисков деятельности государственных органов. Также обсуждена необходимость контроля и стабилизации цен. Министерству сельского хозяйства поручено разработать точный прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Обсуждены вопросы разработки государственными органами и акиматами конкретных алгоритмов по прогнозированию и решению тревожащих населения вопросов. Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление относительно последних событий в Узбекистане. Узбекистан – братское государство, надежный союзник и стратегический партнер. Поэтому Казахстан с тревогой воспринял события, произошедшие в последние дни. Мы уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события установятся мир и спокойствие, говорится в сообщении. Ремонт дорог, реконструкция трубы ТЭЦ-2, снос ветхого жилья, возведение многоквартирных домов. Глава региона встретился с жителями областного центра и рассказал, какая работа сейчас ведется в Петропавловске. Плюс он ответил на наболевшие вопросы горожан. Тему продолжит Илья Кудряков. Основная проблема, которая волнует жителей Петропавловска, в частности всех автомобилистов, когда же наконец закончат ремонт дорог. Самый проблемный участок – это отрезок улицы Букетова, который не могут привести в подобающее состояние уже около года. Закончить все работы там планировали еще в 2021. Затем сроки перенесли на 10 июня 2022. Потом подрядчик обещал закончить до конца месяца. Но этого не случилось. Сейчас озвучили другие сроки сдачи. Те сроки, которые мы заявляли,
по улице Букетова до 1 июля закончить ее, да, то есть уже провести асфальтирование, средний ремонт, средним ремонтом пройтись. На сегодня вот дожди, которые были, чуть-чуть наши сроки продлились. Мы планируем ее до 7 июля уже завершить, то есть заасфальтировать и открыть данную улицу. Касательно именно самой ливневки, то есть как по срокам мы говорили, до 1 июля ливневку мы уже закончили. Сейчас идет там средний ремонт, это уже другой проект. А проект именно ливневки мы завершили 1 июля. На сегодняшний день реконструкция дорог ведется по четырем улицам областного центра. Это Жумабаева, Горького, Алтынцарина и Громова в микрорайоне Береке. Последние два объекта планируют закончить до 1 августа. За 5 лет бюджет города увеличился почти в 2 раза – с 37 миллиардов тенге до 66 миллиардов в этом году. Отремонтировали практически 64 километра автомобильных дорог по городу. 23 километра ливневой канализации построено. 6700 столбов освещения, ну, нового освещения по городу установлено. 460 дворов отремонтировано, да? В этом году еще 77 дворов, где будут проводиться ремонтные работы. В этом году после нескольких лет планирования приступили и к сносу микрорайона Компай. Начинают строительство 9 домов. Площадки подготовлены и постепенно подрядчики заходят на свои объекты. Для этого снесли 17 частных ветхих домов. По словам исполняющего обязанности градоначальника, компенсацию получили все семьи. Там запроектировано 27 многоэтажных домов, 2800 квартир. Также будем строить там детский сад. Строить будем поликлинику, будем строить там школу. То есть это очень хороший будет район. Ну, это географический центр города. Рассказал глава региона о ситуации на ТЭЦ-2. После недлительного обсуждения принято решение о полном сносе рухнувшей трубы и строительстве новой. Акционеры все расходы взяли на себя. От государства они не получат ни копейки, заявил Кумар Аксакалов. До 1 сентября там должны запустить 6 котлов после капитального ремонта. И до 1 ноября еще 3. На будущий год начнем уже строить уже другую трубу, намного выше, вместо первой и второй трубы. Вторая труба тоже будет разбираться. Требования к трубе соответствующие, чтобы это же, эта труба должна выдержать большое давление. Эти трубы выпускают только специализированные заводы. Любую трубу туда не поставишь. Значит, это только специализированная труба, которая выдерживает высокое давление, большую нагрузку. Ну вот материал весь завезен, на тарифах это не отразится. Значит, повышение тарифов возможно, начну это за счет стоимости угля и за счет стоимости перевозок. Но это по всей стране. Кроме этого, глава региона рассказал и о судьбе Петропавловского аэропорта, который уже 3 раза выставляли на торги. Но желающих его приобрести так и не нашлось. Кумар Аксакалов отметил, что от него больше расходов, чем доходов. Долги местные власти смогли погасить. Но, тем не менее, вкладывать в воздушную гавань по-прежнему еще нужно очень много. Для того, чтобы все устранить, это нужно миллиарды опять. Понимаете? Миллиарды. Ну сколько можно тянуть? У нас что... Других вопросов города нет или области. Поэтому мы в надежде, что найдется бизнесмены, которые могут раскрутить наш аэропорт, выставляем и будем выставлять, пока не продадим. Должны быть заинтересоваться компании, которые имеют опыт организации полетов. Значит, аэропорт может быть интересен, когда будет здесь дозаправка. Вот аэропорт города Алматы, он 40%, по-моему, зарабатывает только за счет того, что самолеты садятся, проводят дозаправку и улетают дальше. То есть это должна быть мощная нефтебаза, отвечающая всем требованиям безопасности. А это опять-таки, там, по-моему, 600-700 миллионов тенге. Еще один проблемный проект – это строительство новой многопрофильной больницы. Сейчас ее возведение приостановилось из-за смены министров, отметил глава региона. Министерством прорабатываются новые подходы к строительству и закупу оборудования. Но в долгострой объект превратиться не должен, и в 2023 году больницу планируют ввести в эксплуатацию. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей.
Развитие зеленой экономики в Казахстане – это одна из ключевых тем проходящего в эти дни Астана Finance Days 2022. Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Мандельде Исенов на форуме ответил на вопросы журналистов о том, какие проекты сейчас реализуются в стране в данном направлении. Евразийский банк развития активно поддерживает принципы зеленого финансирования и инициативы клиентов в области реализации экологической повестки. Как известно, в прошлом году банкам выдан первый зеленый кредит в Казахстане, направленный на финансирование проекта организации уличного освещения. Также прорабатывается первый проект в Казахстане, в рамках которого предусматривается строительство ветровой электрической станции мощностью 100 мегаватт в Сарысусском районе Жамбылской области. В рамках проекта будут созданы постоянные рабочие места в период эксплуатации электростанции, а также временные в период строительства. С 2021 года сельхозтоваропроизводитель района имени Габита Мусрепова возводит дома для своих сотрудников. Штат ТО «Намыс» – 130 человек. В прошлом году построили 3 дома. В настоящий момент также идет строительство еще 3. Новое жилье предназначено для молодых специалистов, показывающих высокие показатели. Представители компании «Намыс» занимаются растениеводством и животноводством, а также активно развивают социальную сферу села Ставропол. Строительство домов осуществляется за счет средств ТО. Нанимают бригаду, закупают строительные материалы. Задача руководства предприятия – построить качественное жилье и стимулировать молодежь не покидать родные места. Поддерживать государственные программы. Вот эти дома, 3 дома строятся для местных сотрудников. И в 2021 году мы уже закончили, построили 3 дома для переселенцев из трудоизбыточных регионов. Эти дома также заселены, 3 семьи к нам приехало, живут, работают у нас. В принципе, как бы работа в этом направлении продолжается. Чистая и бесперебойная вода. Североказахстанский филиал Есельсо оказал помощь жителям Есильского района. Так, дома 2 семей в селе Петровка подключили к центральному водоснабжению. Подробности далее. Кинджибай и Алтынай Сапаровы проживают в селе Петровка 20 лет. Это многодетная семья. Чтобы обеспечить будущее детей, супруги приобрели скот. Возник вопрос, в чем поить животных. В доме отсутствовало водоснабжение, запасы скважины иссякли. Обращались к местным властям, но получали один и тот же ответ. Реализуйте за собственные средства. На помощь пришел североказахстанский филиал Есильсу. Я обращался к акиму. Был у нас как бы небольшой сход. Я подошел и обратился к нему. По поводу воды. Тогда у нас была проблема с пастьбой. Он говорит, нельзя пасти скот. Я говорю, вот как нельзя? У меня, говорю, семья большая. Мне надо, говорю, как-то... Я работаю, говорю, в колледже сторожем. У меня зарплата маленькая, там минималка. Они могут помочь провести воду многодетным, у кого семьи есть, инвалиды, дети. Вот у нас тут порог сердца, и мы еще многодетные. 9 детей у нас. И вот... Мы обратились, и они уже через пару дней, они вот приехали и сделали нам воду. Айсулу Касенова – мать-одиночка, воспитывает 2 детей с инвалидностью. Несмотря на жизненные трудности, женщина собственными силами приобрела жилплощадь. Ввиду отсутствия водоснабжения, выкопала скважину. Вода из нее непригодна к употреблению. Айсулу обращалась за помощью к местным властям. Оценили работы в 300 тысяч тенге. Тогда ее запрос был услышан директором областного филиала Есильсу. Я обращалась, очередь надо было ждать, и денег у меня не было. Я на работу вышла, чтобы провести воду. Платную. В июне 5-го установили мне воду. Я очень благодарна Ханату, что воду провели в дом. Чистая, пресная, хорошая вода, мягкая. Жители выражают большую благодарность предприятию Есильсу за оказанную помощь. По словам работников филиала, работа в этом направлении продолжится. К нему обратились жители села. Две семьи по просьбе оказать помощь в подведении питьевой воды в дом. Конечно, там являются жителями села и знают эти проблемы. И вот он не мог оставить так, относиться так
на долгие жизни. Всего в селе Петровка и сельского района проживает 1183 человека. Располагается 372 двора. Из них 180 подключены к центральному водоснабжению. Тамерлан Тлеубаев, Урал Амренов, служба новостей. Бдительность и визит в полицию спасли петропавловца от интернет-мошенников. Мужчине позвонил неизвестный человек и представился именем одного из руководителей департамента полиции. О том, как ему удалось избежать сети аферистов, вы узнаете из материала пресс-службы областного полицейского ведомства. В области участились случаи, когда аферисты звонят людям, представляясь сотрудниками полиции. Добившись доверия, жертву переключает на другого преступника. Тот представляется банковским работником и выманивает конфиденциальные данные, либо уговаривает перевести деньги на безопасный счет. Этот счет на самом деле принадлежит мошенникам. Именно так пытались обмануть одного из жителей Петропавловска. На мой вопрос, а почему нельзя, почему по телефону, почему нельзя, как бы, вызовите меня, как бы, нет, там вот не надо, чтобы, типа, не знали, там, третьи лица, все, это должно быть все конфиденциально, мы хотим, там, вычислить, там, не, как сказать, недобросовестных сотрудников банка, которые сливают информацию. Принять горожанина лично поддельный полицейский отказался. Тогда мужчина сам пришел в полицию. Там его успокоили и сказали, что он поступил правильно. Запомните, ни сотрудники полиции, ни сотрудники банка никогда не будут звонить и спрашивать данные о вашей карте, а также требовать передачи кодов доступа, приходящие на ваш мобильный телефон. В таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о вашей банковской карте. За последние месяцы в регионе отмечено свыше 30 случаев, когда мошенники представлялись полицейскими. Между тем, стражи порядка усиливают профилактическую работу. Проводятся акции по раздаче буклетов с советами, как защитить свои сбережения и не попасть на удочку преступников. На остановках общественного транспорта размещены предупреждающие баннеры. Также полицейские разъясняют уловки сетевых аферистов во время встреч с коллективами организаций. Они проводятся в среднем 3 раза в неделю. Достигнута договоренность с администрацией кинотеатров. Перед сеансами демонстрируются профилактические видеоролики. Их можно увидеть и на экранах сетевизоров в автобусах областного центра. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. В Петропавловске с 1 по 7 июля проходит международный фестиваль «Кызылжар Мьюзик Фест 2022» с участием 300 артистов, в том числе и зарубежных. Старт дан на главной площади города. Подробности в следующем материале. 7 дней жители и гости Петропавловска в удобное вечернее время смогут посещать разнообразные культурные мероприятия ко дню столицы и ко дню города. Первый день начался с традиционной музыки. Творческие коллективы представили народные песни, фольклор, произведения современных авторов. Хедлайнерами вечера стали Нурбулат Арзамасов и Ирлан Рыскали. Сегодня будет исполняться наше национальное достояние Республики Казахстан. Произведения наши кы и песни, и жар, и оркестровая музыка. Она, безусловно, одушевит всех наших зрителей. Я в этом не сомневаюсь. Сам лично сейчас собираюсь исполнять песню «Гаухартас». Это знаменитая песня, но она родилась именно в Кызылжаре. На главной площади города выступили танцевальные коллективы «Туганджер», «Адимал», оркестр казахских национальных инструментов имени Сега Сера и коллективы областной филармонии. Танцевальные коллективы будут, кстати, вот из Башкортостана приедет танцевальный коллектив «Айтуган». И 6 июля они будут на сцене нашей филармонии, будет давать свой сольный концерт. Также ожидается, что приедет Астана опера, солисты из Астаны оперы и известный музыкант, скрипачка, это Айман Кужабековна Мусахаджаева. И также наш земляк Кайыржан Жолдубаев, он будет наш почетный гость, будет выступать на нашей сцене.
Вне фестиваля на сценах областных театров также пройдут спектакли. Во дворе Кызылжар-арт-центр планируют провести исторический экскурс «Легенда о Золотой Домбре» в театре кукол спектакль «Песню пой моя Домбра», приуроченный ко Дню Домбры. Малика Кайрат, Адиль Нуржанов, служба новостей. Фонд областной научно-универсальной библиотеки имени Сабита Муканова пополнился новыми книгами. Заслуженный деятель Казахстана, поэт, писатель, драматург Баянгали Алимжанов передал в дар организации свои произведения. Среди них есть даже сборник стихов о пандемии коронавируса, которая распространилась по всему миру. В поэтической манере описан труд врачей, борющихся с болезнью, преодолевших непростое время. В целом Баянгали Алимжанов является автором более 50 лирических, философских стихотворений, поэм и сказок. Я преподнес в дар библиотеке произведение «Манас» на казахском языке, сборник стихотворений «Пандемия» и роман «Сказ столетнего степняка», изданный на русском языке. Теперь он вышел на английском. И вот один экземпляр этого произведения я привез в Петропавловск. Во дворце школьников состоялось расширенное заседание Республиканского совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области. На встрече речь шла о правах женщин и детей, укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Также обсуждены вопросы по реализации проекта Касым-Жомарта Токаева «Мәдениет ана, мәдениет улт». Подробности далее. Республиканский совет матерей Ассамблеи народа Казахстана существует с 2014 года. Главные цели организации – укрепление и сохранение преемственности поколений, национальных традиций и семейных ценностей. Елена Семидоцких, член совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, на заседании рассказала, какая работа ведется в регионе по реализации проекта «Мәдениет ана, мәдениет улт». Как уже было сказано ранее, с 2022 года областной и районные советы матерей нашего края реализует республиканский проект «Мәдениетте ана, мәдениетте ут». В рамках этого проекта есть несколько направлений, одним из которых является «Илыне Азаматр Виэлиген Отбасы» или «Семья, воспитывающая гражданина страны как фактор стабильности и процветания Казахстана». Работа в этом направлении проводится в виде комплекса мероприятий, встреч, различных диалоговых сессий, неформальных площадок. В соответствии с утвержденным графиком и участием женщин-лидеров советов матерей районов, а также общественниц с особым фокусом на самозанятую молодежь. Проект главы государства «Мәдениет ана, мәдениет улт» с этого года реализуется во всех регионах страны. На расширенном заседании председатель Республиканского совета матерей Назипа Шанаи рассказала о его главных целях и задачах. В основе вообще деятельности Совета матерей лежит воспитание. Сегодня для того, чтобы построить вторую республику, построить новый Казахстан, мы должны формировать поколение, которое может реализовать эти процессы. А для того, чтобы воспитать умное поколение, поколение, которое будет ценить, скажем, страну, в которой живет, которая будет работать на благо своего народа, должна быть именно образованная мама. На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует порядка 100 советов матерей. К слову, республиканский проект «Мәдениет ана, мәдениет улт» в нашем регионе будет реализован по 4 направлениям. Кирилл Потемкин, Михаил Казначеев, служба новостей. Молодой педагог в наши дни должен быть креативным, мотивированным и, конечно же, обладать цифровыми навыками. С целью их профессионального роста и развития компетенции впервые в регионе состоялся слет молодых педагогов. Жас Маман, Жана Кадам. Подробнее моя коллега. В слете участвовали 50 специалистов, которые работают в отрасли менее 3 лет. Для ответов на их вопросы пригласили профессионалов в сфере образования. В программу включили обучающие тренинги, тренинги с психологом, квест-игру и в завершении участников ждала концертная программа. Молодых педагогов у нас по области до 3 лет стажа 3051. Вот, создана ассоциация молодых педагогов. Мы готовимся к форуму. Конкурс будет, дебют вот буквально в августе-сентябре. И сегодня слет проводим. Идет полная прокачка наших молодых педагогов.
Здесь и разного предмета, и социально-психологические, то есть социальные педагоги, психологи, химики, биологи, начальные классы, вожатые. Педагоги отметили высокую практическую значимость семинара. Одна из участников, Самалка Биева, в сфере образования уже 9 лет. Будучи выпускницей колледжа, начала свой путь с воспитателя в детском саду. Сейчас же она методист, курирует работу 25 воспитателей и 11 педагогов. Очень интересно. Замечательные наставники, спикеры, которые дали нам очень много знаний. Произошла перезагрузка, можно сказать. Было очень интересно. Мы продолжаем получать знания. Участники приобрели не только богатый опыт, который поможет им решать профессиональные задачи, но и позитивное общение с коллегами. Следует сказать, что слет проходит в рамках подготовки к Международному форуму молодых педагогов. Адилия Кушекова, Михаил Казначеев, служба новостей. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.